И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе, и сегодня мы пойдем... пойду лучше в вулканический бион, но это уже полулунный, не хочу. Вулканический! В вулканическом биоме... Не болотный, иди в жопу, болотный, пойдем в вулканический. В вулканическом биоме осталось только пути к вершине. Это... Семья... защити, короче... доведи до точки. И отбиваться от всех и вся. Вот, как бы, да, я понимаю, это от 1 до 10, да. В 10 ты там, тип, всех заметишь, это понятное дело. А как в соло играть здесь? Да, в общем... Если вот до этого, до этой карты в соло можно было на вот так по щелчку пальца все проходить, то здесь почему-то на Генезисе мне аж пришлось и моды устанавливать, какие-то вспомогательные и так далее. Вспомогательные, я имею в виду вот эти вот пушки, прогружайся там все, которые имеют урон, ядрить его сколько. Да и в целом пришлось в настройках копаться и урон для диносов увеличивать, и урон для себя, ах! Кошмар, короче. Ладно, фиг с этим всем. Погнали на вулканчик. Будем побеждать. Да уж, арена, я вам так скажу, выглядит как кусок говна. Я теперь в целом понимаю, почему он называется замес в магме. Но я не думал, что будет пол поля в... Не, вообще могло быть так, что в итоге все поле могло быть в магме, то есть в лаве у нас все. Но... Хотя бы только половина. Кошмар. Ладно. Возгружаемся. Да уж. О, добрый вечер. Вроде не так высоко. Но одно точно могу сказать, надо сначала все это дело зачистить. От лишних, ненужных диносов, которые мне могут как-то помешать и так далее. Ну, да, конечно, поближе уже подошел. Здесь выглядит немножечко по-другому. Не так все печально, как мне казалось, потому что область, по идее, должна быть все-таки поболее. И, по идее, в лаву мы не должны окунуться. По идее, как будет на самом деле, да черт я знаю. Слушай, я бы с радостью бы свое оружие приготовил, но мне что-то не дают его достать. Ты серьезно? Рексы! Сходу! Слету! Да в смысле по тебе я не мог палить? И какого фига вы сразу стали спавниться прямо на мне? Слышь! Ты что? Да пошли вы взад, ублюдки, мать вашу! Какого фига тут творится? А ну иди сюда, мать твою, за ногу! Я тебе сейчас все покажу, расскажу, что я тебе думаю. Какого черта? Да я вам сейчас все тут козлы! Ёб твою ж за ногу! Анкилы! Вот это тем более иди нафиг! Офигеть! Они просто появляются! Я понял, надо сразу же текать с того места, где ты находишься. Так, конечно, у меня сейчас вы скажете, урон дофига! Да, у меня урон дофига! Во-первых, урон усиленный, а во-вторых, у меня 30 икс стоит урон. Я это прекрасно понимаю, но пошел уже. Я устал бомбить. Я думаю, вам тоже неприятно слушать, как я бомблю. Ну вот, поэтому давайте на веселухе проходить игру. Да, на веселухе сказал я и вспомнил, какое было начало. Че-то у меня торпор, что ли, накидывается, слышь? А, нет, это яд. О, добрый вечер. А я могу выйти? А я за край не могу выйти? Воу! Дурной, что ли?
Какой нафиг яд? Безумное отродье. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Уху! Ай, перезаряда. Ох, мать вашу, я ж в тиры-то играть не умею, алло! Слушай, а мне нравится музычка, которая у меня сейчас на фоне играет. Ага, перезарядка! Релоуд! 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 Погай! Блин! Мне однозначно нравится эта музычка на фоне. Слушай, хорошее место. И вот так еще сесть, короче, вот здесь в уголочке. Со словами, да пошли все в лапу! Не, ну ладно, урон мне сейчас пока что позволяет. Еще даже на без увеличения урона мне бы тоже это позволяло бы. Так, релоуд, отлично. Кстати, давай посмотрим, что... Не, давай не будем смотреть. Пока что и так все хорошо. Но мне нужно посмотреть, какое там оружие в целом будет давать. К чему, как говорится, готовиться. Что? Иди нафиг! Так, погоди. Вот это надо вырубить. Слушай, это очень удобно, очень крайне удобно. Они багаются за скалу, и им пройти до меня тяжелее. Это чертовски удобно. А, дурная собака! Кстати, обожаю урон по артоплеврам. Прям обожаю. Да уйди ты! Дурная, ты что творишь? Ты куда бежишь? Все. Отстань, твою мать. Так. Пока было неплохо. Убрал специально этот интерфейс, чтобы циферки перестали появляться. Так, ладно, окей. Давай смотреть, что у нас тут вообще за пушки появляются. Ну, я так скажу, пока что пистолет очень даже кайфовый. Да, и вот находиться вот здесь за скалой, это прям вообще кайф. Не-не-не, опустошитель, иди нафиг. В смысле, я по тебе попасть не мог? Меч! Ну, спасибо. Добрый вечер! Так, я слышал тебя! Овца, Феникс, пошу! Вы мне нужны были в другой раз, когда я вас хотел притомить! Добрый вечер, пошли, все, вон, мочи! Оп! Феникс, иди нафиг! Меч, отлично. Меч, это кусок говна. О! Подожди, а чё так урон-то хуже? Снайперка? Ну спасибо. Чё у нас тут ещё дробаш, снайп... Опачки. Не, я не рейдер. Так, слушай, реально пистолет. Пистолет это самый топ. Пистолет оказался самый топ. Так, ты один остался, отлично. Есть время посмотреть. Пистолет оказался самый топ. Во-первых, он... О, добрый вечер. Он, во-первых, урон. У него намного больше оказался, чем у дробаша. А чё ты так сносишь все скалы? Скотина.
Прям меня дробаш прям очень сильно расстроил в этом плане, конечно. Снайперская винтовка. Снайперская винтовка хорошо, но у нее патронов в одной обойме мало. А не подскажете, где я пистолет тогда подобрал? Серьезно? Я нашел оружие, что получше. Хотя нет, с другой стороны, все равно пистолет был лучше. Так, где я прятался? Где я прятался? Где... Я вот здесь прятался. Отлично. Сижу в окопе. Сижу в окопе. Я не знаю. Я не знаю, как это еще объяснить. Вот просто вот эта вот скала, это что-то с чем-то. Они на ней стопорятся и не могут ко мне пройти. Дурная собака! Воу! Добрый вечер! Класс! Не-не-не-не-не-не-не-не! Горю нафиг! Бей по радарам! Бей по радарам! Надо тупо собаку замочить. Сорян! Уж не до моих тупых комментариев. Не, опять-таки же, вот. Вот, винтовочка, да, то есть автомат. Сколько я урона наношу? А там по 70 наносил. По 90 даже, да, вроде бы. То есть, как бы, пистолетик был явно покруче. То есть, это тоже, как бы, стоит учитывать. Поэтому что? Правильно, надо найти, где я пистолет залутал. Или вот только что, в самом начале дали и все? Автомат. Ты еще на скалу будешь забираться, скотина, что ли? Не, мне просто надо сейчас найти. Я ж потом уже не найду. Или пистолет заменился на что-то? Типа автомат. Потому что я реально сейчас больше пистолета не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну меч это, конечно, вообще топовая штука. Ой, прям вообще, ой, прям я доволен мечом. Ну, слушай, по ходу дела реально. Да иди ты в баню. Да, увеличенный урон плюс это, конечно, да. Ну, блин, пистолет, короче, если просираешь, то винтовка. А если просираешь, то винтовка, тут без вариантов. Ну, окей. Так, так, штанцы. Так, штанцы, это хорошо. Ой, я сейчас еще и захавал на увеличение урона. Я крутой сейчас буду, да? Окей, погнали, бетка. Ой-ой-ой. Они ловятся через проход. Ой, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Где мне пистолетик дать? Пожалуйста. Вот и на пистолет. В смысле, какая сволочь стреляла? Дурная скотина. Так, вырубаем. С этой стороны. Так и знал, что кто-то будет. Вообще топовое место. Иди нафиг. Прям очень топовое место.
Ой, можно, короче, прям расслабиться, сидеть так. Да. Ну, слушай. Опять-таки, живот, урон по 18 тысяч. То есть, винтовка будет бить уже там тысяч по... Ну, опять-таки же, это без усиления и так далее. То есть, винтовка уже будет бить слабее. Да, 40 патронов, это, конечно, хорошо. Да, очередь ты можешь бабахнуть хорошо. Но когда у тебя урон ваншотящий, это намного лучше. Это, опять-таки же, я повторю, что у меня урон как бы усиленный. То есть, без усиленного урона... О, здорово. Было бы все намного сложнее. Слушай, ты меня бесишь. О, такой урончик. Не-не-не, не надо стрелять по мне. Меня уже от этих миссий, поэтому я хочу уже воу! Как можно быстрее пройти. О, кстати, а так лучше видно. Ай, дурная собака. Ну, здорово. Такс. Быстрый. 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 Да уж, не получится поразведать карту. Ну ладно. Скоро появится еще один шлюз, приготовься. Фух. Короче, пистолет и винтовка. И только. А выше забраться не могу, да? Мне карта не дает выше забраться. Ну ладно, окей. Попробуем здесь. Типа забраться на возвышенность и посмотрим, что из этого выйдет. Такс. Да, но с вивернами точно на поверхность, на высоту забираться бессмысленно. Ну, по крайней мере, по идее, всякая мелочевка на меня не будет, до меня не будет долазить. По идее. Но это не точно. А вот не мелочевка будет. Еще как будет. Тебе надо бы проверить. Хотя нет, вот это точно по стенам лазишь, собака. Ну, давай посмотрим. По идее, не должны сюда добраться. Ну, типа, вообще прям никак. Прям вообще никак. Отлично, я угадал. Сейчас такой... Вау, сколько цифрок. Фу. Да уж. Еще то веселье. Погнали. Сколько же их там? Конца не видно. А перезарядить? А, твою мать! Ты чё напрыгнул-то? Я ж испугался! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не-не-не-не-не-не-не!
козлячий опустошитель, а? Не, ну я, ну я понял. Зато я понял, на скале не отсидеться. Прям конкретно не отсидеться. Эй! Не лагай. Спасибо. Офигеть! Просто запрыгивает и сбивает меня со скалы. А я в прединфарктном состоянии пытаюсь отстреливаться. Супер! Не, ну в целом-то сюда можно и так забраться. Вот мне интересно... Да, скала? Куда я поехал? Добрый вечер, вот и босс был. Ой! Какая сволочь стреляла? Жирненькие. Ну отлично. Ой! Перезаряжаться-то кто будет? Слушай, я такими темпами стрелять научусь. Как бы это смешно не звучало. Говорит, где ты научился стрелять? Да! Играл в одну игру, бляха-муха. И... Бэу! Да уж. Ой, нифига себе. Это я так выгляжу, когда беру эту фигню. Прикольно. Так, что у нас здесь? Да. О, помпарек. Ну, а опять-таки же он не сильно хороший. О, смотри, опять я могу его разобрать. Но опять он лучше, чем то, что у меня есть. Есть смысл его взять. А это куда-нибудь вот сюда закинуть. Во, светометы, которые нельзя разобрать. У меня все остальные светометы. Можно разобрать. Погоди. И теперь его можно разобрать в этом. А я думаю, какого фига у меня все светометы можно разобрать. А теперь его можно разобрать в дробилке. Па-та-па-та-пам. Класс. Классно. Посмотрим, что мы из этого получим, когда я его разберу. Я думал, что они у меня так все это... Все главные светометы такие, которые можно разобрать. Думаю, ух, нифига себе, как так получилось-то? Как интересненько получилось. Ладно, шмотки, понятно, какие я получил. Пистолет! Нет! Пистолет! Спасибо! What the fuck? Это кто тут такие повылазили? Вы откуда? А перезарядить? Слушай, хорошо, что я это место нашел раньше, а? Точнее, ранее. Офигеть! Это, если что, с усиленным уроном. Усиленный урон, если что, у меня сейчас стоит, это 30... то есть урон по...
Бам! 30. У меня сейчас зависла игра. Я нажал Escape, что как раз виснет, и у меня сразу же это... Не, у меня сейчас вылетит игра по ходу дела. Короче, не сохранилось ничего. Не, не сохранилось, просто бета... Бет-призы не сохранились. То есть вылетело с откатом примерно в 5 минут. 5 минут, даже если секунды до конца не прошло, то, соответственно, уже миссия не закончена и так далее. Но, что самое тупое, оно засчиталось. Но призов нету. Но засчиталось. Такая вот фигня. Ладно, наверное, проходить я все-таки не буду. Бетку. Ну, засчиталось и засчиталось. Вот. Будем проходить сразу же альфу. Только нужно починиться. Ну что, погнали. Не знаю, я решил все это захавать. Что бы было? Альф, так альфа. Замечательно. Я не хочу. И что теперь? Пистолет, добрый вечер. Пожалуйста, не надо. Ух. Живем. Живем. Отлично. Можно немножечко выдохнуть. Ах ты, собака! Дурное отродье! Иди нафиг! Я аж испугался. Опять ничего не вижу. Ах ты, собака. Че, забрался почти? Пошел ты отсюда. Такс. Тут, наверное, же еще и на время, да? Или нет? А, да, на время вспомнил. Отлично. Слушай, я не хочу спускаться. Давайте уж лучше вы к нам. Ну не скотина ли ты, а? О, нифига себе, где там. Я думал, ты за камешками. А то вообще скотина конкретная. Еще один. Еще четыре. Не хочешь? Отлично. Успели. Что тут у нас? Ну, такое себе. Такое себе. Ладно, живем. Так, вот иди отсюда. Так, надо убивать сначала крупняк, который ко мне может сюда забраться.
Ну или не обязательно крупняк, но главное всех, которые могут ко мне сюда забраться надо. А, дурная эта собака. Тихо. Погоди, не спеши. Не нужно горячиться. Перезаряжайся. Страшно-то как, черт побери. Уа! Скотина! Вот. Ты это, конечно, да. Ты это, конечно, ух. Молодец. Да бляха-муха. Че там тусуешься еще? На нервы действует, ходит. А, да тут вас много ходит так. Че, последний? В смысле не последний? Вот сейчас будет жопа. Где мне спрятаться? Сейчас будет летучка. Ну, в смысле, летающие козлы, короче, будут. Давай. Спавнись. Чё, нет, не летучка еще пока что? А вот это не-не. Опять-таки же, да, я так и не договорил, у меня, это, надеюсь, сейчас не зависнет игра. У меня урон увеличенный 30 раз. То есть у меня 30-кратный урон. Ну, в смысле, в настройках, когда ставишь, там урон 30 стоит. Понимаете, да? Насколько нереально в соло пройти гамму. Ой, альфа. Даже если вы захотите. То есть, по сути, разработчики по факту вам говорят. Ну, братва говорит, в соло вы не получите все призы, которые захотите. Хотите вы этого или нет, но в соло у вас ничего не выйдет. Вот и все. Это дурное. Да, что такое? Иди ты в баню, а. Не надо меня скидывать. Пожалуйста, не надо меня скидывать. Все? Кайф. Скоро появится еще один шлюз, приготовься. Отлично. Ждем. Феня. Пожалуйста, Феня. Не в жопеню. Не, опустошитель, ты точно иди нафиг. Твой там стоят. Ждут. Козлы. Я-то теперь знаю, что вы сюда запрыгиваете. Это хорошо запрыгиваете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо! Так, летучка. Нафиг. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Летучка. О!
мне показалось. Не, даже так, это очень напряженная миссия. Это прям очень. Ну, опять-таки, да, без вот этого всего я бы точно бы не прошел, я бы даже не пытался альфа пройти. Ну, честно. Отлично, живем. Да, что, так и так той собаке спускаться. Прям в хвостик. Ой-ой-ой. Тикаем, быстрее. Давай, сюда. Отлично. Фух. Ну, погнали. Ай-я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 й. А перезаряжаться? А, ты перезарядился, я просто не видел. Ой, да мне сейчас везет, но там в стену уперлся. Вот не надо. Не надо ко мне идти. Пожалуйста, не надо! Хвостик. Отлично! Не. Все, здорово. Живем. А! Блин, я сейчас это. От экрана тоже так вот уклоняюсь, короче. Вижу огонь, уклоняюсь. Вспышка справа, блин. Ну все. Да пожалуйста, не надо залазить сюда, я только уже начинаю расслабляться, и все, они начинают залазить сюда. Ай, ёпрасоте, да что ж ты как-то залазишь-то сюда? От Пурлова точно идите нафиг. Ай, ёп, твою ж... Да в смысле? Застрял он в скале, бьет и бьет меня. Ой, там какая-то жирная туша была. Да любят они из-под текстуры бить, а? Козлы. Да ёп! Студей! Ой-ой-ой! А переза... А чё он не стрелял? Да пошли вы в зад. Я тогда улетаю. А я теряю корни. Ай-яй-яй. Не то. О! Лови! В смысле? Ноль! Серьезно? Так, треха. Отлично. Не, вот... Десятером все граники берут и погнали вот это вот и все прям изи-бризи. Там вообще насрать на все. Не! Отлично! Фу! Так, сейф. Сейф, сразу сейф. Сейф, все сейф. Фу. И что я получил? А, ну ладно. Ну, с прочностью 300! Разработчики, у меня для вас есть заготовленная шутка. Хотите узнать про 300? Силон тираннозавр 92.
Ну супер! Да уж. Я прям так почувствовал такой привкус говнеца по ходу дела вот сейчас. Дурной? Вылез же собака. Иди отсюда! Задолбали. Прям что-то, короче. Прям приз говна. Приз говна. Такие вот дела. Ладно, нафиг, все. Вот. На фоне трупа, короче, буду с вами прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.